Всем привет! Отправился сегодня утром на Нижнеусецкий пруд в район островов, чтобы проверить, как здесь обстоят дела с хищником. Что из этого получится? Смотрите! Шиповник цветет, судак клюет. Сегодня мы отправились в верховья одного водохранилища в Челябинской области. Будем ловить хищника на спиннинг. Первая рыба взяла на троллинг. Стой, да не форсируй. Сейчас погнуло там.
удобного размера. Ух ты, хорошая. Да, в коряге. Ах ты, вот это было хорошее. А? Разогнуло меня.